с вами цикл уроков «Говорящий словарь». В этих уроках мы будем учить новые слова и фразы из различных сфер жизни. Тема сегодняшнего урока «In the bathroom» мы выучим слова и фразы, которые относятся к теме «В ванной комнате». Sink. Counter. Tap или faucet. Mirror. Toilet. Shower. Bathtub or bathtub. Bath mat or bath mat. Давайте еще раз посмотрим на произношение и написание этих слов. Count. Sink. Mirror. Toilet. Shower. Tap. Или faucet, bathtub. Rope, hook. Переводится как крючок для халата. Rope, халат, hook, крючок. Soap, dish, подставка для мыла. Soap, мыло. Dish также переводится как блюдо, миска, тарелка. Soap, basket. Также подставка для мыла, чуть в другой форме. Basket также переводится как корзина. Toilet paper holder. Держатель для бумаги туалетной. Holder – держатель от глагола to hold. Держать – это неправильный глагол. Формы hold, held, held. Towel ring. Кольцо для полотенца. Towel – полотенце, ring – кольцо. Toilet brush and holder. Щетка для туалета и holder – держатель, как бы подставка. Single towel bar. Держатель для полотенца одинарным. От слова single – один, towel – полотенце, bar. Также переводится как полоса, кусок, брусок, перекладина еще может быть. Double towel bar. То есть двойной держатель для полотенца. Shampoo. Conditioner. Toothbrush. Electric toothbrush. Toothpaste. Floss. Mouthwash. Soap. Body wash. Loofah. Washcloth. Towel. Cotton buds. Towel rack. Razor. Shower curtain. Shower head. Tiles. Drain. Shower stall. Plunger. Hair dryer. Scale. Cotton pads. Brush your teeth. Shave. Take a shower. Feel the bath. Take a bath. Flush the toilet.
washing machine.